Все, кто это затевают, затевают вот это все этим людям, я адресовываю. Доиграйтесь! Пост Дмитрия Зодчева на YouTube-канале Донфильм. Я вновь обращаюсь к вам за помощью и поддержкой. Немногим больше 3 месяцев назад была начата активная фаза строительства народной киностудии Донфильм. Мы обратились к вам за помощью, в том числе через это видео, на котором видно, как только готовился котлован под фундамент. И вот, благодаря вашей поддержке, здание киностудии возвышается, подтверждая, что невозможное возможно. Народной киностудии быть. Герои-энтузиасты, которые почти без выходных в непростых условиях возводили здание изо дня в день, доказали своим трудом, что не боги горшки обжигают. Все самое грандиозное создается нашими руками, руками простых людей. Предстоит еще много работы, и самое необходимое на данном этапе – это сохранить достигнутое и сделать возможным начало съемочного процесса. А для этого крайне необходимы двери, окна и отопление. Сумма нужна не маленькая, но по сравнению с тем, что уже сделано, это не так много. Последний рывок перед стартом. Сделаем это вместе. Они все поймут и начнут жить достойно. Все вокруг расцветет. Представь, все заботятся, берегут друг друга. Миллиарды творческих людей, никто никому не завидует, никто никого не проклинает. Только творчество и созидание.